всех телезрителей Культ Фьюжн, с вами Анна Акуджава. Смотрите нашу программу и будьте в Центре культурной жизни Твери вместе с нами. Это шоу, которое уже четвертую неделю с большим успехом идет в Тверском цирке, является самой настоящей премьерой, которую кроме тверичан и гостей города не видел еще никто. Здесь все новое – номера, костюмы и даже фонтан, без которого немыслим ни один цирк на воде. Но, конечно, в первую очередь любое представление – это актеры. Особенностью Шевченко-шоу является то, что здесь выступают профессиональные синхронистки. Животные – другая важная составляющая цирка на воде. Морской лев Боб является частью труппы Шевченко-шоу уже 19 лет. Своего дрессировщика он понимает с полуслова и вообще стал для Андрея Шевченко самым настоящим другом. При этом тверичане увидели и другую премьеру – молодую львицу Карелию. Ее так зовут, потому что она там родилась. Это уже морская львица во втором поколении, династийная. Современные технологии Шевченко-шоу органично сочетаются с элементами классического русского цирка, парящими под самым куполом гимнастами, уморительными клоунами. Неудивительно, что представления идут в Тверском цирке на ура. Причем в восторге и дети, и взрослые. Замечательное представление, очень красивые артисты. Все здорово, супер, очень интересно. Очень понравилось. Да, спасибо. Как у тебя впечатление? Понравилось? Да. Просто великолепно. Шикарные костюмы, шикарное освещение, такое шоу. Взрослые люди получают удовольствие не меньше, чем дети. Андрей Шевченко особенно отметил, что им удалось собрать аншлаг, соблюдая все условия борьбы с COVID-19. Тверской цирк работает в том же формате, которым работал. У нас все подготовлено для максимальной защиты зрителей, которые к нам приходят. У нас установлены рециркуляторы, стоят санитайзеры. У тех, кто не успел посмотреть это яркое шоу, а также те, кто решит сходить на бис, еще могут сделать это на текущей неделе. Гастроли Шевченко-шоу заканчиваются уже в воскресенье, 11 июля. Добрый день, дорогие друзья! Перелистывая в памяти странички нашей истории, мне хотелось бы сегодня вспомнить несколько ярких и запоминающихся встреч. Про нее говорят одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза писателей Российской Федерации, актриса, телеведущая, поэтесса, и все это Алена Свиридова. Встреча с Аленой Свиридовой была уже в нашем концертном зале. И в следующем концертном сезоне нам вновь предстоит встретиться с этой талантливой, красивой и умной женщиной. Родилась Алена в Керчи. Хотя студенческие годы ее прошли в Минске. Поначалу она обучалась в специализированной музыкальной школе, затем продолжила обучение на музыкальном факультете Минского педагогического института. Еще будучи студенткой, Алена активно принимала участие в творческой жизни института, пела в вокально-инструментальном ансамбле, увлекалась литературой, сочиняла стихи к песням, которые звучали на Минском радио. Стиль, в котором работала певица, постоянно менялся. Одно время она много занималась джазом. Были даже выпущены совместные проекты с Андреем Макаревичем, который в своей основе занимался джазом и блюзом. В 90-е казалось, что слава бедной овечки будет всегда. Какую бы песню ни исполнила, она моментально рвалась в хит-парады. Да что там 90-е? Пропав временно с радаром, Свиридова вновь стартанула в нулевые, исполнив пару песен и снова исчезла. Что-то цепляло в личности Свиридовой публику. Наверное, то, что она смогла отойти от шаблонов, которым следует большинство российских звезд. Алена выбрала европейский стиль с отсутствием ненужной мишуры. Но и к тому же, не каждой женщине удается более 30 лет сохранять один и тот же вес. По секрету скажу – 58 килограмм. И мы с вами понимаем, что это весьма непросто, и это дорогого стоит. И нам предстоит с вами встреча с этой интереснейшей личностью в будущем концертном сезоне. Я приду к тебе на помощь, я с тобой.
Выступление еще одного коллектива обязательно нужно вспомнить. Это концерты вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают, коллектив каждый раз показывает яркие запоминающиеся шоу. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называют трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой, людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и может услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить ты, Марина, казаченьку любишь. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить казаченьку любишь. За годы существования коллектив стал лауреатом большого количества популярнейших конкурсов. В их репертуаре и народная песня, и эстрадная песня, и обработки, которые делают сами же участники коллективов. Особое внимание, конечно, коллектив уделяет народным песням. В его репертуаре белорусские, русские, украинские и казачьи песни, православные, духовные песнопения. «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии, но и далеко за ее пределами. А у нас в памяти, конечно же, сохраняются встречи с этим талантливейшим коллективом. Безусловно, мы надеемся на новые концерты вокально-хореографического ансамбля «Батька Атаман». А мне вспоминаются слова Уильяма Шекспира. «Музыка глушит печаль». И особенно в этом убеждаешься на концерте ансамбля «Батька Атаман». Ой, ты девка, ой, ты люба, отвернись от меня, люба. Будем стрелять и будем разлучать и от зеленого дуба. Заходите на наш сайт panorama-tver.ru. Звоните по телефону 300-033, следите за нашими анонсами, оставайтесь с нами. До новых встреч! С вами была программа «Культ Фьюжн». Всего доброго и до новых встреч!